Губернатор Югры Наталья Комарова поблагодарила жителей округа за участие в выборах президента. В соцсетях глава региона рассказала о результатах трехдневного голосования в Югре. По данным окружной избирательной комиссии, в голосовании приняли участие 87% от общего числа избирателей. Владимир Путин набрал свыше 86%. Цитирую. «Команда Югры поздравляет вас, уважаемый Владимир Владимирович, с безоговорочной победой. Россия вперед!» Конец цитаты. Также Наталья Комарова поблагодарила жителей округа за активность, гражданскую позицию. Еще одна цитата. «Мы, северяне, сплотившись, подтверждаем готовность служить России. Команда Югры – команда президента Путина». Конец цитаты. Отмечу, Наталья Комарова одной из первых пришла на избирательный участок в первый день голосования. Югорчане не стали откладывать выбор главы государства и уже в первый день показали явку свыше 45%. На избирательные участки приходили коллективами и большими семьями в несколько поколений.